Выгодные условия и новые метры. В Ульяновской области продолжают расти новые жилые массивы. Министерство строительства и архитектуры поделились результатами работы за прошедший год. Так, в 2020 году отраслевики успешно выполнили задачу. За 11 месяцев сдали в эксплуатацию 4653 дома, а это 1 019 000 квадратных метров. По итогам 2020 года мы план мало того, что перевыполнили, тот, который установлен на федеральном уровне, он был откорректирован в меньшую сторону, при том по годам, и составлял порядка 850 тысяч квадратных метров, но мы ввели по факту в эксплуатацию жилья на 1 миллион 32 тысячи квадратных метров. Нацпроект «Жилье и городская среда» успешно реализуется в Ульяновской области. Главная его задача – улучшение жилищных условий россиян. Также в регионе работает программа «Губернаторская ипотека». Ей могут воспользоваться работники бюджетной сферы и IT-специалисты. 150 тысяч рублей на первый взнос предоставляет государство. Также действуют низкие процентные ставки. Для того, чтобы воспользоваться программой, необходимо обратиться в региональный Минстрой и написать заявление. К нему надо приложить предварительный договор купли-продажи, либо договор участия в долевом строительстве. Также одобрение банка, копию паспорта, СНИЛС и трудовую книжку. У нас один ребенок. Вот, хотели улучшить жилищные условия. До этого жили в однокомнатной квартире. Собрали документы быстро, достаточно простая процедура. Очень удобно для работников учреждения здравоохранения. Благодаря реализации программы «Губернаторская ипотека» в прошлом году получили квартиры 173 ульяновца. Виктория Черкова, Даниил Сурков, новости Улправда ТВ.